Несмотря на популярность высокобюджетных фильмов, фильмы, снятые на любительскую камеру, также приносят большие доходы. И поэтому наша команда решила снять свой. Итак, Sega Mega Drive 16-бит представляет по мотивам фильма «Ведьма из Блэр» «Таинственный лес». Так, сегодня 6 сентября 2010 года. Мы в каком-то очень-очень страшном лесу. Так, давайте проверим, есть ли здесь кто-нибудь. Ау! 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 Есть здесь кто? 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 Так, надо разведать. Для этого давайте разделимся. Так, Илья, стоп! Не мешай нам снимать. Этот лес не только страшный, но еще и очень странный. Чего? Это ты мне? Ну на, смотри. Так, ребят, мне страшно, уходим отсюда. Так, мы здесь уже целую неделю и вообще ничего не ели. Надо что-нибудь найти. Смотрите, грибы. О, подосиновик. Лисичка. О, подберезовик. О, опята, тут нас всех хватит. В этом лесу очень и очень страшно. Какой страшный? Фигня какая-то. Я вообще домой пойду. Так, Илья, подожди, а как же фильм? Да чего заморачиваетесь? Дай сюда камеру. Смотрите, как такие фильмы снимают. О, господи, что происходит? Помогите! Бежим! Бежим скорее, бежим! Бежим под играми хотя бы. Бежим! Бежим скорее! О, господи! Похоже, я спрятался, и мне ничего не угрожает. Держи! Кстати, отличный фильм получился. Ты нас прям спас. Ребят, финал, время раскрыть карты. На самом деле я супергерой. Илья, так это ж классно. Классно? Ты не представляешь, как сложно быть в Москве супергероем. Внимание на экран. Алло. Бэтмен, ты нам нужен. Бегу. We'll be right back.
Оксана Васильевич, я, собственно, что прибежал? Во-первых, спасибо за сезон. Во-вторых, можно я на следующей неделе костюм отдам? С вами была... С вами была Sega Mega Drive 16 бит. Спасибо. Хотелось бы поговорить серьезно. Константин Львович, дело в том, что на прошлой игре с нашим участием на разминке произошла следующая ситуация. Давайте все вспомним видео, посмотрим. Красавчики, вы отдыхаете. 0,6 МГИМО. Пара по парам. Константин Львович, дело в том, что мы не знаем, кто этот человек. И поэтому нам кажется, что вам угрожает опасность. Дело в том, что этот человек преследует вас на КВН, на вашей работе и даже в прошлом. Но самое страшное это то, что... Да вы всю музыку и так человеку страшно! Самое страшное это то, что вам угрожает опасность там, где, казалось бы, должно быть безопасно. Вот ваша последняя встреча с Владимиром Путиным. Такой вариант событий. Это еще 4 года. Константин Львович, и самое главное, обернитесь. Ладно, упырь, последнее задание. Набирай номер. Ага. 246-15-18. Теперь у меня есть твой номер. Ладно, выходи из будки и иди к жюри. Иду. Быстрее! Иду. Подойди к тому, кто улыбается. Подошел. Не все время улыбается, а именно сейчас. Подошел? Да. Скажи ему, что российский футбол отстой. Василий? Ну! Василий, вы комментируете лучше, чем они играют. Молодец! Ага. Обними Верника! Что? Да-д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 а. Обнял. Улыбнись! Отлично! Завтра в газете появится фотография. Верник и упырь! Пусть народ голову поломает. Пусть поломает. Молчи. Подойди к Эрнсту. Угу. Посмотри на него. Посмотрел? Угу. Видишь, какой он? Да. А ты упырь. Так, теперь иди к Ермольнику. Ага. Лизни его. Леонид, вы самый лучший в мире актер. Лизнул? Да. Что дальше? Молодец. Ну что, ко всем подошел? А, Гусману еще не подходил. Не подходи ко мне, упырь! И к Усману не подходи. А куда идти? Иди на сцену. Куда? Быстрее иди на сцену. На сцену, да. Иди, а? Иди быстрее, а быстрее. Иди. Обними зайку с Новым годом. Ах ты упырище, упырище. А наша команда пересмотрела очень много фильмов ужасов. И решила снять свой. Итак,
Самый страшный фильм этого года «Ночь с четверга на пятницу». Часть первая. Западня. Где мы? Что-то ужасное место. Тут ободранные стены и одни развалины. О, Господи! Мы в Сызрани. Какая Сызрань, Илья? Это подвал. Ребят, тихо. Слышите? Кто-то идет. Тихо! Слышите, кто-то плывет. Кто-то плывет. Ребят, боже. Тихо! Слышите? Кто-то Алексей. Я Алексей. Алексей. Это Алексей. Боже мой! Что здесь происходит? У вас ровно 4 минуты, чтобы выбраться отсюда, иначе вам всем... А-ха-ха-ха. Блин, нам всем... У-ха-ха-ха. Так, я сматываюсь. Я смотрел ужастики, это либо «Пила», либо «Сайлент Хилл». Поэтому я себе сейчас ногу отпилю и уйду. Так, Илья, стоп! Ты серьезно? Да ладно, шучу. Стоп! На полу вас ждет подсказка. О, ребят, мобильник. Черт, здесь половину кнопок нету. Подожди, а какие есть? Есть только 0 и 2. Ребята! Нам сказочно повезло. Мы можем заказать Леорентон по номеру 2020. Илья, ты что, дурак? Мы вообще-то можем в милицию позвонить. Извините. Сейчас все сотрудники заняты реформой МВД по заданию президента. Оставайтесь на линии. Наша служба и опасная и трудная. Так. Телефон нам здесь не поможет. Только не прокат роликов. Время прошло, вас ждет смертельное испытание. Смертельное испытание. Guten Tag. Сначала я скормлю вас крокодилом. Так. Потом я сожгу вас в печи. Так. Потом я кину вас на колья. Так. Потом... Так почему он молчит? Извините, я отходил. В общем, останется только один. Так, надо что-то делать. Илья, что ты делаешь? Да я хоть что-то делаю. Ребят, давайте разделимся. Так, я пойду туда. Так, я с тобой. Зачем? Мне страшно. Илья, это ты? Илья, хватит меня пугать! Да ладно, стоп. Это прикольно. Стоп, хватит, мне надоело. Не хочу смотреть на ваши глупости. Не нравится, не смотри. Идите отсюда, я вас отпускаю. Не, мы никуда не пойдем, нам тут понравилось. Тогда уйду я. Я Алексей. Часть вторая. Музыкальные титры. И сегодня в роли Андрея Владимир Мерещица. Мерещица, то ли большая. В роли Гали Агата Павловна. И в роли Ильи Владислав. Sega Mega Drive 16 бит. Спасибо. Эта история произошла в штате Колорадо, где пять друзей поехали отдыхать за город, но у них сломалась машина,
там отлетел карданный вал. И они попали под дождь и попросили у нас ночлег. Спасибо, что приютили нас, мистер... Мистер Абрахам. Но не стоит благодарить меня. Это поместье принадлежит мистеру Хендриксу. Благодарите его. Мистер Хендрикс, так некультурно выражаться. Мистер Хендрикс, их давно называют афроамериканцами. Мистер Хендрикс, что значит узкоглазый? Согласен, карлика по-другому не назвать. Друзья, ну что ж, располагайтесь, а нам с мистером Хендриксом пора. У него сегодня вечерняя пробежка. Мистер Хендрикс, нужно бегать, нужно следить за своим телом. Так, ребят, идите все сюда. А вам не кажется, что это место какое-то странное? Да нет, чего ты взял? Вроде все в порядке. Полночь. Время принимать душ в полном одиночестве. А мы тогда разбредемся по самым темным уголкам этого дома. Отличная идея! Она в душе, в одежде моется, конечно, убитая. Шевги, она мертва! Да, хоть в каком-то ужастике черный не умрет первым. В этом доме происходят ужасные вещи! Пойдемте спать. А я тогда в доме поставлю скрытые камеры и все засниму. Сумасшедшая интрига. Следующий умрет Арайка, это который маленький армянин. Ну вот, я заснял все на скрытую камеру. Пришло время посмотреть быстрой перемотки. Все понятно. Шевги, Шевги, проснись. Я выяснил, что мистер Хендрикс убийца. Валим отсюда. Куда спешим? Домой. Да, ребята, погодите, а где все остальные? Вы их не видели? Их всех убили. Друзья. Друзья, вы не можете просто так уйти. Дело в том, что мистер Хендрикс всю ночь репетировал для вас песню. Давайте послушаем его. Давайте послушаем. Давайте. Браво, браво, мистер Хендрикс. Достаточно. Друзья, ну, коль вы уходите, давайте напоследок сделаем селфи. Давайте. А ты моргнул. А. С мистером Хендриксом оказались серийные маньяки-убийцы. Вы спросите, какой у нас мотив? А мотив у нас очень простой. Свою возьму, что за путь?
Друзья, а почему мы показали именно такой музыкальный фристайл? Вот видите, Руден может быть ужасно смешным. Сборная малых народов представляет. Семья каких миллионы? Семейка Адамс. Ну, прошу всех к столу. Какой экзотический вкус у этого мяса. Как ты его готовишь? Очень просто. Берешь свинину, натираешь ее ананасом, обливаешь кипящим маслом, шпигуешь чесноком, потом хорошенько фаршируешь яблоками, ждешь, пока свинья умрет, и в духовку. Папа! Папа! Там во дворе хулиганы! Там очень много хулиганов! У них оружие, они бьют маленькую девочку! Ну хорошо, хорошо. Можешь пойти погулять? Yes! Я тоже хочу бить маленькую девочку. Фест, бить девушек плохо. Ну ты же бил. Скажешь тоже. Это был день города. Они могли бы царапать мою машину. Дядя Фестер, скажите, а больно, когда пальцем глаз выкалывают? Я не знаю. Расскажете? Дочка, перестань. Локтелобый! Чахлая! Дети, дети! Что за манеры? Фу, быдло! Вы можете ругаться, как нормальные люди? Например, как наши соседи? Элла Фиджеральд и Луи Армстронг. Точно. Господи, сколько лет вместе живем, а ты до сих пор свет в туалете не выключаешь? Малыш, ну я же люблю тебя. Мама, а я скоро умру. Видишь часы? Да. Тогда не скоро. Вот когда не будешь их отсюда видеть, значит скоро. А папа скоро умрет? Фу-фу-фу, сплюнь через левое плечо. Фу-фу-фу. Это правое. Ты что, забыла, что с тобой сделала та авария? Девушки, мы едем с Фестером на Грушинский фестиваль бардов. Послушайте, что мы приготовили. Эксгибиционисты гуляют вдоль по пляжу. Они для всех нудистами красиво назвались. А мы не те, не эти, сидим себе в сторонке. Как здорово, что все мы здесь с биноклем собрались. Браво. А следующая песня о Средневековье. Приходит время, люди головы теряют. И это время называется... Казнь! Ну что ж, а третья песня о любви. Ах, какая женщина, какая женщина. Заверните. Папа, я повзрослела, и пришло время нам с тобой поговорить о сексе. Ну, конечно, дочка, спрашивай. Просто мама жаловалась.
поэтому ты меня спрашивай. Все, я влюбился. Мы будем жить отдельно. Я поеду в Москву и буду работать в Госдуме. Интересно, кто тебя туда возьмет? Здрасте, Шандыбина взяли, а его не возьму? Все, хватит! Я никогда не смогу никого полюбить, потому что я тупое, бесчеловечное животное. Кто тебе сказал это, Фестер? Ты. Вот скажешь, что же? Это же был день города. Ты мог поцарапать мою машину. Фестер, пойми, не важно, как ты выглядишь. Главное, то, что у тебя внутри. Вот что у тебя внутри? Свинина. Вот, главное, это свинина. А знаешь почему? Потому что ты ее любишь. Вы меня, конечно, извините, я, может быть, сейчас скажу полную мудрость. Но все в этом мире происходит благодаря любви. Если всю семью воротит от фирменной моей еды, я ее пересолила от любви. Ковыряться днем и ночью под капотом старых «Жигули» — это можно делать только по любви. По любви, все на свете по любви. Даже болтик ходит гайку по любви. До крови, я разбил нос до крови, потому что не хотела по любви. По любви, по любви, все на свете по любви. Даже вы сюда пришли. Друзья, обычно на будильник мы ставим свою любимую мелодию. Иногда так случается, что эта мелодия становится частью нашего сна. Так вот, представьте, без одной минуты семь конец ночного кошмара. Ты приговариваешься к смертной казни! Нет! Палач, отруби ему голову! Продолжим казнь. Руби! Слышу, у этого придурка что сегодня? Каждые 10 секунд повтор. Экзамен, наверное. Наверняка дух Шарля Перро сейчас находится где-то в зале. Ведь он не мог пропустить постановку своей сказки «Золушка» в интерпретации рижских готов. Стоять! Добрая фея, куда собралась? Золушка, отпусти меня, и я сотворю чудо! Чудо! Тогда найди мне офис в центре Москвы по 20 баксов за квадрат. Милое дитя! Что ты делаешь? Злобная мачеха заставила меня отделять муку от немуки. Ты поэтому такая злая? Нет. Пойду я на бал, через лес, поищу приключений на крестец. Ай, больно! Ты кто такой?
Я Робин Гуд. И вот так, значит, стреляет человек, который попадал белке в глаз со 100 шагов. Я раскрою тебе секрет. Это были очень маленькие шаги и крайне пучеглазая белка. Через час на балу. Привет. Я принц, хозяин бала. Не желаешь ли килограммчик оленинки вточить? Но в нашей семье никто не ест оленину. Почему? Это очень страшная история. Осенью в дождливый серый день пролетала фура на Тюмень. Выскочил навстречу ей олень. От него осталась только тень. И полетел олень в свою страну оленью. Он фуре повредил систему управления. И фура вся помята. Все от того, ребята, что за рулем сидел другой традиционного турнира. Победитель у нас станет рука и сердце прекрасной Золушки. А остальные части тела Золушки будут разыграны в ходе регулярного чемпионата. На сцену приглашаются прекрасный принц и подлый разбойник Робин Гуд. Кто начнет? Я начну. Нет, я начну. Нет, я начну. Я начну. Да хорош базарить, шмаляйте. Ну ты прям как Обама в ООН. Стреляет принц. 70 из 100. Неплохо для партии власти. А сколько на самом деле? 40, сэр. Стреляет Робин из Локсли. 100. Вы стреляете великолепно. Победил Робин Гуд. Вот так Робин Гуд заполучил Золушку. А прекрасный принц на радостях, что не заполучил Золушку, подарил пьяницам и разбойникам целый остров, который ныне известен нам как Ирландия. Тема домашнего задания – «Друг познается в игре». А у нас готов говорят, что «Друг познается в Москве». Ведь это самый готичный город. Этот город – самый мрачный город на земле. Здесь людей в одном подъезде больше, чем в Литве. Здесь, упав в Москву, реку не вынырнешь назад. Цены, смог и пробки превращают город в ад. Сосиски здесь не могут убивать людей. Грязный снег и гололед, холодный ветер этим радует Москва. Команду года. Так можно терпеть, ему можно пить, ты кем можешь ждать. Утопая и дальше буду выбирать свое чудо. И перед тем, как завершится первая четвертьфинальная игра, мы с вами увидим выступление команды КВН «Станция спортивная. Москва». А для того, чтобы отметить начало лета, ребята поехали в подмосковный пансионат. У-ху! Ребята, я вас здесь собрал для того, чтобы... Нет, это я вас здесь собрал. Зачем? Я собрал вас здесь, чтобы вы ответили за свои грехи. За какие такие грехи? Ты, Ваня, за то, что не оставил наследника. Но мне только 24.
Вот-вот. 24 года ни одной попытки. Как вы уже поняли, я о вас знаю абсолютно все. Александр Васильевич, это вы? Нет, это не я. А, я толстею! Дурак, это стены сдвигаются! Пацаны, мне страшно! А давайте, чтобы нам не было страшно, будем петь песни! Давайте! Эвил Диабло! Эвил Диабло! Друзья, мне все равно страшно! А давайте искать выход отсюда! Давайте, вы, значит, в эту сторону, мы с Лёхой... Да! Лёх, что с тобой, Лёх? Лёх, ты чего, Лёх? Это я, Димон! Димка! Димон! Димка! Ребят, да всё нормально! Ребят, вы что, ребят, Костя! Костенька! Да что ж такое-то? Костенька, Костенька! Они меня не видят, нужно что-то делать! Так, давайте думать, кто убийца! Убийца тот, на кого никто не подумает! Пауло Куэльо! Ребята, смотрите, что за странная надпись и почему она висит в воздухе! Не... Гру... Небр! Афроамериканец! Это подсказка! Убийца негр! Костя, я спасу тебя! Как мухи! Мужики! Лёш, Вань, вы чё, Я Кость, здесь! Кость! Да не парься, все равно они тебя не видят. Пойдем через стены ходить. Почему ты так ехидно смеешься? Да потому что смех продлевает жизнь. Привидение! Ребята? Ванька, вы что здесь делаете? А мы тут с Димоном людей пугаем. Плохо! Очень плохо! Давайте будем добрыми привидениями. А давайте попробуем! Смотрите, бабушка не может перейти через дорогу. Я помогу ей. Давай! Смотрите, у птички сломалось крылышко. Она спала. Смотрите, Миша Гребенщиков. Привет, пацаны. Привет. А побежали спасать Вовку? А побежали. Блин. Давайте лучше Лёху спасать. Смотрите, он с крыши хочет прыгнуть. Я их всех погубил. Мне нет прощения. Лёха, Лёха! Лёха! Нет. Смотрите, Александр Александрович. Интересно, он знает, что мы здесь? А давайте ему подадим знак, как в фильме про привидения. О, кстати, и монетка есть. Давайте подождем, пока выпьет. Да ладно, все равно нас не видит.
Теперь вы точно останетесь здесь. Где? На Первом канале.